сегодня необычное видео. Так получилось, что мы на выходные уехали за город и присутствовали на концерте Михаила Башакова и Бориса Плотникова. И после концерта решили записать небольшое короткое видео, как играет Саня на губной гармошке. Я представлю, а Борис вам расскажет. Привет, Слава! Вообще, Санни – это замечательная мелодия, одна из моих любимых. Что вообще хотелось бы отметить, удивительно, но почему-то я не слышал, что кто-то ее играл на диатонике до того, как я ее стал постоянно играть. Знаю только на хроматике, тут Стилеман сыграл. А на самом деле мелодия замечательная. Мелодия замечательная тем, что она на обычной диатонической гармонике играется абсолютно без единого бенда, без единого овербенда, причем можно сыграть без бендов и овербендов в двух тональностях. Это ре минор, то есть так называемой третьей позиции. Подожди, я скажу. Да. Мне Борис перед записью сказал, ты знаешь, ты только табы сам выписывай. Я сейчас сижу, слушаю, как я буду выписывать табы. И, соответственно, в ля миноре, то есть тот шестой вдох. А, не играл никогда. А, ой, извините, конечно. И в ля миноре получается... А, нет, в ля миноре там бенд будет на третьей дырке, но один всего. От восьмой выдох. Вот можно еще попробовать в ми миноре. Вот, а здесь как без единого бенда. Вообще без единого бенда. Это все миноре. На до гармошки. На до гармошки. Можно пробовать соль миноре. Но там надо хорошо бэдди третью. Борь, успокойся. Мы договорились, что мы сыграем вместе. Михаил закомпонирует нам на гитаре, Борис будет играть на гармошке, а я буду мешать. Гармошка соль, тональность ля минор, третья позиция. Да. Для тех, кто видел мое видео про рудименты, могу показать на примере этой мелодии, как это используют. Ну
Спасибо, ребят. Вот такое видео, вот такой необычный выпуск. Спасибо Михаилу Башакову, спасибо Борису Плотникову. Подписывайтесь на их группу ВКонтакте, в Фейсбуке, борисплотников.ру сайт, Башаков.ру, что-то у них там какие-то группы ВКонтакте есть. Озвучите, ребята. У меня под крылом солнца Михаил Башаков. Борис Плотников, губная гармоника. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, спасибо.